Памятник фотожурналисту Александру Ефремову, погибшему в Чечне в 2000 году, откроют уже этим летом. Сейчас идет монтаж постамента. Сама фигура, отлитая из бронзы, находится в Екатеринбурге. Об этом на заседании оргкомитета рассказал сегодня автор скульптуры Николай Распопов. Монумент, созданный в кратчайшие сроки, станет уникальным местом памяти журналистов, погибших на полях сражений. Мы изучали этот вопрос, и по нашей информации пока такого памятника, такого уровня не только в стране, но и в мире нигде нет. Безусловно, сработало большое желание раз. Был очень удачно получилось с нашим скульптором. Он тоже как-то проникся, загорелся и оперативно взялся там без долгих размышлений, рассуждений. Вот. То есть вот как бы вот такой общий настрой этому способствовал. Открытие памятника запланировано на начало августа в сквере Тобольской правды.